коротко о сегодняшнем дне. Переживем как-нибудь. С нами мокрые курицы. Выпить пиво, что ли? А что ты все время смеешься? Мокрый, зябко, противный, холодно. Может быть, от жадности мы бы и нагулялись бы и заболели. Мощнейший зонтик. Смотри, ты очень злой, Руська. Я злой. Я же похоже, просто только. Как пылесосом тебя засасывать. Хватит приключений. Доброе сонное утро. Кто как встречает утро мы? Вон нет 6 утра, уже на вокзале автобусном. Просто мы любим утро на вокзалах встречать. Утро на вокзалах, да. Что может быть прекраснее? Стаканчик кофе за 1 евро. Автомат. Автомата. Такой вот маршрут нас сейчас ждет. Мы выходим ровно посерединке. Нас пока еще не запускают. У нас есть еще 20 минут до отхода автобусика. Да. Все, сейчас поедем и будем там спать. Мы зашли в наш номерочек. Он маленький, но зато нам его дали прямо сейчас, не заставили ждать до 16:30, потому что нам бы сейчас лучше, конечно. Если бы мы подождали, нам бы дали побольше номерок. Что это такое? Такие вот кровати, но мы на всякий случай знаем, точно к нам никого не подселит или придется с кем-то делить. В любом случае, всего 2 ночи. Неважно, какой номер. Хотя тот предыдущий, Сарагосе, конечно, был шикарненький. Все есть. Что надо? Можно карту себе заберешь. Немножко тесно, но переживем как-нибудь. Эта карточка одна на все зоны. Ее нельзя держать рядом со смартфоном, чтобы не размагнитилась. Потом еще штрафуют. Чтобы купить билетик на метро, выбираем английский. Без бариков. Вот, можно только на одну поездку. Скорее всего, нам нужна первая зона, да? Взяли карту эту. Первая же зона нужна, явно не еще какая-нибудь. Первая. Берем 2 штуки и на двух 13. Вот, место для монеток. Для каких-то бариков, видимо, это идентификационная карта. Для купюр. Просто такие прям серьезные автоматы стоят, и их очень мало. Видимо, потому что у всех уже есть какие-то карты. Здесь немного другой автомат. Карта купюр. Вот, метро такое отличается от привычных нам. Другие. Дождь наконец-то кончился, но все равно идет под зонтиками. Еще я заметила, что в основном у всех зонты трости, ни у кого нет обычных зонтов, как у нас. Но вроде бы здесь не очень ветрено, по крайней мере, сегодня, поэтому я не понимаю. Реально, почти у всех мощнейшие зонтики. Ну, может быть, скоро нам станет понятно, почему. Здесь эти зонтики продают. А еще здесь еще красивее, чем в Сарагосе, таблички с названиями улиц. Не просто. Нет, ну здесь все очень красивое. Но таблички необычные. Видите, люди все еще под зонтиком. А тут люди под музыку о чем-то бастуют. Гарбианди. Как думаешь, что они хотят? Не знаю. Может, есть, как и мы? Давай тоже выступим с призывом о том, что мы хотим есть, чтобы нас кто-нибудь накормил. Я вот хочу в эту красную зайти. Ну что, там опять сидеть негде. Опять сидеть негде. А на этой главной улице нигде негде будет сидеть. Да мне все равно, ну вот сидеть. Смотри, ты очень злой, Руська. Я злой. Голодный, злой. Голодный промоч. Прям в лучшем репертуаре, или как это говорят. Мы все идем. И задача номер 1 поесть в новом городе мы до сих пор так и не выполнили. Потому что мы уже вроде сели в одно место, нас прогнали, сказали, что
еду подают только с часу, а там было 12 чем-то, только напитки и какие-то закуски, или вообще ничего из еды. Короче, кухня закрыта. И вот сейчас уже час с копейкой. Я думаю, все уже точно должно работать, и желательно, чтобы они подавали ланчи, типа, на неделю дня. Так что, надеюсь, следующий кадр будет уже внутри, вместе с едой, и мы будем довольны и радостны, почти сытые. Это ожидание стоило того. Мы нашли свое меню Del Dia, в который включен какая-нибудь типа закуска. Вот у Руслана салат, у меня рис с грибами, хлеб, вода, вино, сладкое и еще горячее. Ну, в следующий раз я покажу вам, что нам на горячее принесли. И все это по 14.30, короче, ну, около 15 евро на одного. Bon appétit! Вот, наконец-то мы дождались и второго блюда. Это рыбка с картохой. Хек, по-моему, называется. Если мы все правильно поняли. А у Руслана тоже картоха, но другая, типа фри. И какие-то кусочки. Это что, баранина? Кто это? Свинья? По идее, да. И кусочек свиньи. А еще нам принесут десертик. Судя по тому, что у ребят на том столе, это крема каталана, ну, известный испанский десертик. Это удивительно, но в этот бар все стекаются и стекаются люди. Вот там можно через зеркало показать. Я не знаю, чего они там все ждут. Я вижу, что есть свободные столики. Вот отсюда только что ушли туда, до сих пор не приходили. Но эти люди все приходят и приходят и галдят. Видимо, они все-таки не ланч хотят, а именно постоять рядом с барной стойкой, заказать себе выпить пиво, что ли. Но, блин, неужели негде больше им это сделать, как именно здесь, на душе тех, кто кушает? Просто капец. И вот, что нам принесли на десерт. Оказывается, десерт еще и был на выбор. Там три на выбор было десерта. Руслан взял пудинг. Как тебе? Запеканка похожа. Вкусная, то ли, да? Запеканка вкусная. А выглядит как что-то банановое. А я больше взяла... похоже даже не частей, чем то, что я в Старбаксе ел. Просто. Прекрасно. То, что выглядело как чизкейк, было менее похоже на чизкейк, чем вот это. Прекрасно. А я думала, пудинг как что-то типа плана какого-то, такое все дергается. Он дергается теоретически. А у меня какой-то свежий сыр, посмотрим. Похоже на какую-то фету, а это на джем. Интересненько. Рано мы пообрадовались, что дождик кончился, он опять начал идти, опять стало мокро, зябко, противно и холодно. Хотя, сейчас смотрю на лужи, вроде уже не такое, как только что был. Мы пришли к музею Гугенхайма. Такое футуристическое здание, это его музей. Но внутрь нам что-то не особо хочется, мы этот вид искусства так себе понимаем. Зря деньги тратить все-таки не хочется. А то мостик там интересный. Можно подойти к пауку. Его видела в Орле и Решке. Паучку, он там рядом с мостом. Паучка не хочет. Мы нашли небольшое укрытие, самую лучшую смотровую площадку на этот ливень. Не знаю. Да, зонтик причем совершенно не поможет. Ноги. Но мы в капюшонах нормально. Но... Какой ветер, прекрасно. И что мы еще заметили? Что тут, видимо, дожди — это нормальное частое явление, потому что там одна церковь есть, которая полностью какая-то зеленая, как будто она в болоте утопает. Время 9 вечера. Ночные жители пошли рассматривать город. Короче, мы прошли домой с мокрыми носками, улеглись, проспали. Страшно сказать, сколько часов.
Но мы не жалеем, потому что гулять по мокрому городу — это все-таки не наша тема. У нас еще впереди много дней, нам болеть как-то не нужно, так скажем. Ладно, если бы это был последний, может быть, от жадности мы бы и нагулялись, бы и заболели. А тут надо как-то себя беречь. Впереди еще, кроме этого, еще два города, поэтому... Поэтому пойдем гулять, пока дождя нет. И завтра он тоже будет только до часу. Вот ночной город тоже интересный. Будучи в третьем городе Испании за последнюю неделю, можно сделать вывод, что лучше всего к Новому году готова Сарагоса. Даже как-то Барселона на втором месте, все-таки там было больше украшений. Что же мы видим здесь? Ну да, елочки здорово, конечно. Вывески вот эти над дорогой. Написано Бильбао центр. Даже ничто про Новый год не написано. Вот повсюду. Да, это вот главная площадь Федерико Мойя, наверное, так это читается. И вот это как площадь Звезды или как в Париже, да, от которой отходит 16 улиц. Здесь тоже как звезда, очень много улиц отсюда отходит. Читается, все дороги ведут к этой площади. Пойдем дальше смотреть. А, да, и вот эти вот странные стеклянные трубы, выходящие из-под земли, это такое метро. Ну, не каждая станция метро, но вообще так интересно выглядит. Ну, как будто как пылесосом тебя засасывают в метро, в подземку. К счастью, в 10:30 в Бильбао нам удалось найти, где бы нам попить кофеёчек. Кофеёчек и съесть сладульку. Ночной кофе, он самый вкусный, если кто не знал. Просто мы из-за того, что мы долго спали, успели даже проголодаться. А что ты все время смеешься? Я там проголодался вроде не особо. Как будто только я долго спала. Нам капучинку сделали, да? Итак, коротко о сегодняшнем дне. Над городом нависла туча, которая не дает нам наслаждаться этим самым городом. Чуть только дождь утихает, как начинается снова. Не успеваем мы порадоваться, что обсохли, как с нами мокрые курицы. Короче, наверное, сегодня хватит приключений. Пойдем в метро, чтобы снова не промокнуть, так чтобы не завалить. Всем пока! Я решила проверенным способом себе заварить чаёк и съесть сырок, который мы только что купили. Покажу немножко, что тут на этой общей кухне, которую нужно держать чистой. Такое небольшое пространство, диванчики, столики, даже интернет, то есть компьютер. Потом здесь есть кофе, сахар, чаёчки. Но я не нашла чайника, поэтому будем пить такой чай. Посмотрим, что получилось. Так, совершенно забыла рассказать. Это вот наш чек на автобус из Сарагосы в Бильбао. Значит, 20:35 стоил этот автобусик. Добрались мы до сюда. Значит, в 6 утра мы сели. И были здесь в 9, где-то 40, наверное. То есть где-то 3:40 мы ехали. Вот.